по поводу пой, то есть вот питания, 100 метров и все. Так ли это? Есть ли возможности для того, чтобы запитать кроме камеры еще и подсветку, и термокожух? То есть какие есть пути для решения этой проблемы? Ограничения, я имею в виду, ограничения по длине кабеля. Ограничение по длине кабеля Как это обходится? по ПОЕ электропитанию. Ну, прежде всего, ПОЕ электропитание – это технология для использования на площадке. То есть и из офиса Амазона запитать камеру в Хацапетовке будет Понятно. трудно, я бы даже сказал, невозможно, да? Поэтому есть ограничения. Это ограничение было принято на уровне 100 метров, исходя из ограничения для технологии Ethernet. И в первом стандарте PoE это ограничение было связано с мощностью устройства, которое будет запитываться на конце этого клинка в 100 метров. В настоящий момент, насколько я знаю, существует, кроме основного стандарта, и дополнительный стандарт. Его по-разному называют AT или HiPoE. Маркетологи любят придумывать бренды, которые ничего не означают на самом деле. Но тем не менее, в настоящий момент мне известны производители, которые изготавливают специальные устройства, называемые PoE-экстендерами, которые представляют из себя не волшебную коробочку, а двухпортовый свитч с питанием по тому же PoE, который удлиняет линию еще на 100 метров. Естественно, с падением допустимой мощности устройства, которое подключается на конце этого провода. Насколько я знаю, есть решение для PoE-экстендера для Ethernet-сетей на дистанции порядка 400 метров и PoE-экстендера для коаксиальных кабелей на расстоянии до 800 метров. Мы не будем называть этот бренд, хотя он всем известен. Хотя это был слоненок, да? Да, не будем говорить, кто это был, хотя это был слоненок. Так вот, мы использовали это устройство в своих тестах, предоставляли своим партнерам. Все остались очень довольны, и, как это ни странно, на радость маркетологам это пошло. Ну, во всяком случае, в Украине это пошло. Не знаю, как в России.